Спасибо. И передо мной выступал мой друг и товарищ, боевой пограничник Валерий Монастырев. И следующее стихотворение будет о границе. Я служу на далекой границе, вижу мир в телескопах бойниц, только сердце к любимой стремится, только сердце не знает границ, и полуденным солнцем палимый представляю я точно в бреду, как вернусь я живой, невредимый, и к тебе, милосердной, приду. Мы присядем с тобой на дорогу, вспыхнут звезды над тихой страной, и уляжется в сердце тревога по тебе долгожданной, родной, и замрет даже месяц на страже, и к руке прикоснется рука, я поведаю то, что не скажешь в мимолетном письме. А пока я служу на далекой границе, тишина, иностранная речь, только пыль за машиной клубится и столбом зависает, как смерч. Взбухли губы, измучены жаждой, от жарищи трещит голова, но зачтется нам прожитый каждый день на этой границе за два.